Вот мы уже приехали на... Ну, мы идем прямо. Вот мы идем по вот этой вот тропинке. Вот посмотрите, какие деревья. Я тебе говорил про маму? Что? На какие деревья? Секвой какие-то. Ага. Давайте сфоткаемся здесь. Вот это как их раз. Надо трогать, чтобы... Идите сюда. Вот посмотрите, какая большая секвоя. Офигенная просто вообще. В общем, вот так вот у нас такая красота. Специально взял GoPro-шку вам, чтобы показать всю эту красоту. Такие большие деревья, секвойи. Посмотрите наверх, они как далеко уходят. И вот мы подошли к одному из первых таких экспонатов. Посмотрите, вот в разрезе. Вот такая замечательная в разрезе секвойя. В общем, от этой вот замечательной штучки, разреза дерева, мы идем дальше по секвоям. Посмотрите, какая красота. Тут выходить, оказывается, нельзя туда. Вот, вы можете посмотреть, какая древняя структура дерева. Идем дальше. Очень классный лес. Вы даже не представляете, как здесь классно дышится. Очень много зелени, прохладно. Несмотря на то, что я одет очень жарко для Техаса, здесь мне даже почти не жарко. Вот такие вот красивые секвойи. Семья. Все повырезали, семья секвой. Очень красивые такие места. У папы в бумажке написано, короче. Папа. Что? Ладно, потом. Как вам? Во сколько парк мы... национальный? Мы еще не прошли, мы только зашли 2 минуты назад, поэтому у нас пока нет никакого. Что, он животное? Отборный ветер. Вот, девочка фотографируется. В общем, продолжаем мы идти. Здесь всего будет 4 circle. Тропы. Нет, в общем, 4 как цикла. 4 цикла. Вот, первый мост мы уже прошли. Это был первый цикл, но там вообще идти нечего. Будь здоров. Еще раз. Вот такая вот расщелина тут сейчас. Будет она видна. Вот такая вот расщелина тут. Цеплой в этой. Он разгрос. Это вот какой-то очередной привал. И вот огромное дерево. Видите масштаб. В общем, по высоте я вообще не знаю. Там ни конца, ни края не видно. Ну, по масштабу. Конечно, туда подходить нельзя, но я даже не знаю. Вот там дядька. Огромная лестница. В общем, пошли мы по тропине ведомых дорог. Да, в общем, такая она. Ступеньки сделаны из деревяшек.
И засыпанный. Ну, посмотри, какие там дырки внизу. Песком. Да, вот там стекло с дыркой. Но туда, к сожалению, идти нельзя. Вот это же поднимем чуть-чуть найдем. И вот такие стеклые. Красивые. Идти не трудно. Ой. Здрасте, не катимся. Что-то я назад уже покатилась. Так, ну по этой тропе не пойдем, нет, да? Нет. Смотрите? Давай. Давайте я залезу, а вы сфоткайте. Давай. Сфоткай, баба. Сфоткай на свой телефон. Владочка решила залезть. В общем, вот так вот идем по такой песчаной земляной тропе. Дочь. А? О, как пахнет вот лесом. Что это за дерево? Это не железо, это корни потоптались. Только белоруси, китайцы. Аккуратно здесь, да? Ну, как же пахнет, а? Вот эти нравится, очень классно. Секвоями прям. Интересно, у них есть какие-нибудь такие штучки, как у нас из Крыма эти? Как их? Вонючки. Нет. Пахучки. Как они называются? Смотри. Что смотреть? Куда смотреть? А, вот, это белочка какая-то маленькая. Говорят, нет, что, это, не бел... это белочка. Как это белочка? Это белочка такая. Белочка. За, ты снимаешь? Не могу, мне. Все, она убежала, вон. Это белочка такая была. Что мне кажется, можешь? Бурундук, вон. Ну, может, бурундук. Симочка. Дубль 64. В общем, тут так пахнет. Классно, интересно, есть ли у них тут какие-то такие поделки, как у нас в Крыму, можжевеловые. Всякие там, не знаю, деревянные штучки, приблуды. Тут бы тоже запахло так классно. Давай, здесь снимем. Сейчас. Ну да, теперь тут виден масштаб всего бедствия. А сейчас не фоткаешь. Такие деревья. Да какая? Целый шкаф. Угу. Вот еще дерево. Идем? В общем, очередные тут такие дебри, заросли. Аккуратно. И вот я теперь еще себя сниму. Как я еще иду. Угу. Чуть парень там не вылетел с тропы. Жуки жужжат. Что? Падать далеко, кто будет падать. А трещинина и деревья. Фух. Уже устал? Нет. Жарко мне просто. Камера, но все равно ничего не передает. Идем, дочка. Вот дыши, смотри глазами, а не снимай. Правильно, тут огромные камни, чтобы вы не споткнулись. Под ноги, смотри, опять он идет к краю. Папа. Идти, блин, тут камней меньше. Идем, 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 Зай. Иди, пожалуйста, не к краю. Я иду, 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 Зай. Посередине иди. Угу. Куда? Вот туда. Точно? Да. С чего ты взяла? Я там видела, видела. Какую реку? Она, кажется, подолазит.
Ну это уже просто так, походили, удобнее было, чтобы не заходить. Такой лес красивый. Такие вот корни здесь. Нет. Смотрите, какие красивые деревья. Какой национальный парк. Очень красиво. Здесь аккуратно идем. Смотрите, какая гора. Тут уже что-то никого нет. Сейчас покажу вам, какие вот попадали. Секвойя толстые. Это не толстые, Сань. Мы идем, смотрим вперед. Конечно. Под ноги мы смотрим. Идем, идем, идем. Знаете, какая высота там? Очень красиво. Мы, конечно, не увидим так, но сквозь деревья очень красиво. Так, подожди. А вверху у нас остались такие вот горбуны. So you follow it and you'll end up at the road on the ridge line. There seems a lot of people and more people than there are cars. So I don't quite know where they're all going. Yeah. It's usually a car park and then everyone's turning around and walking back down again. Really? But it's all uphill. Oh. Yeah. Steadily uphill. Yeah. I thought there was like a way down though. Oh, the lost track. There is a section where then it takes you down Lost Creek and I think you can go from there. Покажем вам, как, какой здесь обрыв. Аккуратно, папа, под ноги смотри. Да я вижу. Пожалуйста. Вижу. Идем. Она же мама не упала. Мама немного смотрит. Конечно, она кто на тебя будет смотреть? Мама идет под ноги смотрит. Я тоже под ноги Сценки? Вот, люди встречаются, даже значит не все так плохо. Значит, мы правильно идем. Земля сыпется. Угу. Давай, все, выключай. Вот так вот мы идем. Капец как. А внизу? Посмотрите, какая вода. Как далеко и все низко. Да, здесь мы как раз увидели речку. Очень аккуратно, котеночек. Переходи. Не спеши, зай. Зай, куда ты идешь? Папа! Зай, иди, пожалуйста. Я иду сейчас. Подойдем. Капец как. Ай. Enjoy. И внизу такие красивые деревья. Посмотрите, какая красота. Давай. Вот, типа а-ля водопад. Такой вот наверх пошел. Расщелина. Вот тут такой красивый мост. Мы на него нашли. Да. Ну все красивое. Я думаю. Вот. Смотрите, какая речка. Это водопад. Водопад, наверное. Горный водопад. Ну, он, наверное, когда идет. Бывает водопадом, я думаю, когда обильные дожди. Ну тут вечно пожари и пахнет больше. Вот, люди есть еще. Hey, you think it would be colorful?
там ручеёк. Эти подъём. Вот, какой-то мост. Такие красивые тут. Хвоя. Все, Ленки, посмотри, как красиво, да, вот вниз так лес уходит. Елками пахнет. Идем, апельсином чуть-чуть каким-то. Идем дальше. Да, ну, тебе надоело. Придется. Решили посидеть, отдохнуть. На. Сейчас мама на попе вниз туда поедет. Блин, обратно не вернусь. Ну, да. Аккуратно тут какой-то этот, смотри, металлический картин. Нет, это, наверное, держит берега. Сделали тут какие-то вывески. Эта тропа называется так. Сейчас ты выйдешь. Сакраменто, блин.
жарко. На солнце. Нет, он мостик с водой. Мостик с водой. Можете постоять. Да, обратно. Нет, только до красного этого. Там же машина есть, наверное. Нам просто сказали... Идем по лесу. Еще непонятно, насколько идти, но идем. Еще один мостик. Это про эти мосты интересно в карте или нет? Нет, нет. It would be like so steep, you know. Okay. It's like pretty easy. Just like, you know, watch out for like. Thank you. You'll hit 50 one day. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Добрые китайцы сказали нам еще идти два дня. Зашли в чащу. Какие красивые деревья здесь. Осталось чуть-чуть совсем. Мама шишечку нашла. Или какашку. Фенюка. Ну ладно. Он такая красивая, шишка валялась. А вон дорога, нет? Я увидела. Все, Зай, мы рядом. Еще шишки. Мы дошли, нет? Или не дошли? Все, финиш. Пойди туда, мне кажется, слишком большой. Давайте сядем. Вот, Canopy View Trail. Фух. Ну, в общем, можно нас поздравить. Вот. Может быть, поднимемся немного на Canopy View Trail, посмотрим там, может быть, там будет какой-нибудь вид, а потом войдем туда по лазу. Да, так и сделаем. Вообще. Ну, в общем, идем. Последний рывок. Сказали идти наверх. 10 минут. Вот ступеньки естественные. Решила вернуться женщина. Привет!
Почти. Уже какую-то травку ест, господи. В общем, сейчас покажу, куда нам идти. И отсюда горы открываются, вот такие. Мама за ногу. Фух. Я помню, мы так в Судаке ходили, или где-то там, на автобус, блин. Капец. Какой автобус? Ну, вообще недалеко от городской. Наверх чапали. С пляжа. Иди, иди, проходи мимо. Ну, в общем, как-то так. Дошли мы. Фух. Вот этот камень такой интересный. Мы оттуда пришли. В общем, вот мы вышли, в принципе. Ну, типа того. На Эверест, так называемый, так званый. Сейчас дойдем, оттуда мы пришли. Сейчас дойдем до этого камня, пофоткаемся и пойдем вниз уже в парк. Ну вот так вот, задача минимум выполнена. А вот здесь уже дорога. Автомобильная. Там люди живут. Вон девочки фотографируются. Сейчас я чуть пройду сюда. Сейчас глянем. А, ну это вот туда, к поместью идти. А там, где дядя живет. Наверху. Видео поснимаем там на камне красиво. На камне? Зачем на камне? Ну там красиво, идите, смотрите. Ну вот. Путешественники дошли до фотозоны. Самый верх парка. А тут уже велосипедисты ездят. Это уже дорога. И такие верхушки хвойных деревьев. Вот мы фотосессией чуть позанимаемся сейчас. Капельку. Ну вот, ребята, мы на вершине горы, как говорится. Мы дошли до этого места, шли мы где-то час. Два. Ну, кому как показалось, сейчас скажу точно. Мы сюда шли 2 часа на вершину горы. Вот посмотрите, какая красота сзади. Хвойный лес, природа, национальный парк Калифорнии. Сейчас фотосессия у нас. На камнях. Давай, 1, 2, 3. Просто так вот. Ну, в общем, пока девочки фотографируются на камнях, запишу видео. Мы дошли все-таки до самой вершины этого парка. Это было нелегко. 2 часа мы шли. От того замечательного места спускаемся опять вниз. Мама, тут что-то нашла здесь. Какие-то сухие интересные такие. Я думала, это хмель, а это не хмель. А вот зато здесь такие красивые цветочки. И лес. Тут такой камень прям. Обрыв нафиг. Может туда улететь прям.
Вот люди идут. Люди даже вот с ребенком идут маленьким. Нормальным. Ну, посмотрите, какие деревья вниз. Как высоко это все находится. Отсюда залазить вообще непонятно было. По этим тропам. В общем, спускаться все равно легче, чем подниматься. И это приятно. Какие деревья красивые. В общем, нам осталось совсем чуть-чуть. На лавочке посидим. Отдохнем. Устали? В общем, решили идти по вот этому направлению назад в лагерь. Такие сухие деревья, прям такие. И наверх посмотрите, какая сосна. Какие корни тут везде. Я аккуратненько иду за. Не растянулся. Вот такие тропинки у нас тут везде скрись. Папа, идем. Ага, я иду, видишь как? Слышите, как тут можно ходить? Папа, идем. Чем я ровнее, я иду, зай. Папа, техника иди, безопасности, что я ты знаю. Делаешь вообще? Аккуратненько, иди, зайка. Я еще такого не видела. Столько всего, надо прям туда идти. Возьми в другую руку, папа. Сейчас возьму. А что, что мне, какая разница, в какой руке она? Папа. Идите, идите, я потом прохожу. Да, все нормально, я чувствую спокойно. А искать там легкая дорога? Да, очень. Но они потому что вверх шли, может там легкая дорога. А ты вниз идешь, тебе совершенно по-другому. Мы не прыгаем. Никто не прыгает. Я прыгаю. Мы оттуда шли. Здесь такой вот ручей. И вот такая вот вниз прям Ой, штука. Папа. Да-да-да, идем, глянь, как здесь вообще. Очень рада, папа. Скользкий конь.
такое дерево красивое, интересное. Мы идем дальше. Мост какой-то старенький. Остановись, Дудь. Ты остановись, не надо. Фотка на GoPro, прошу. А? Сейчас, подожди, давай. Мама на GoPro сфоткай. Вот, и она идет у меня на GoPro. Так, побеременуйте не будем. Подождем, давай, пусть люди пройдут. О, сынки. Аккуратно, котик, аккуратно. Подожди, ты аккуратно. Все, иди. И сходи. Боком. Боком. Это дом. А что это за мост? Это какой-то другой. Ну, это который надо идти. Ну, это не третий, не четвертый. Идем на мост. Фух. Ну, в общем, почти спустились мы с горы. Сейчас уже скоро будет мост и деревянная тропа. Вот здесь укрепляли тропу. Сейчас мы ее посмотрим снизу, как это сделано. Очень живописное место, прям такое. Камера, конечно, не передает всю красоту. Мы можем заворачивать, что мы? Подожди, мы не знаем, куда нам идти. Мне кажется, туда надо идти. Покажем тропку. Где, где? Я понял, я покажу просто и все, я туда не пойду дальше. Никто не запутался. Все, идем. А ты не можешь сам послушать. Вот, будешь здесь? Вот, вот, вот. Видишь, не понимаю, зачем надо искать? Да, это другой стол. Да, нам надо сюда идти. Так, куда нам идти? Нам туда идти. Идем вместе прогуляемся. Там люди идут. Ну я пропустил. Вообще пойдем по такому мостику тут. На одного человека. Вот так Златка сзади меня. Очки подержу, вон она там. Это упавшее дерево? Это... Да. А, это мы по дереву, оказывается, идем. И они просто вот сделали сетку тут набили. В общем, такие папоротники вот растут. И внизу тоже везде деревья валяются. И такая вот речечка течет. Вот тоже попадали секвойи. В общем, мы продолжаем. Это вот наш... Ух, какой телефон. Да, там он. Вот пришли на такое интересное место. Здесь такая речка. Вода очень холодная. И это вот настоящий такой лес из секвой.
смотри. Красиво очень. Такая естественная природа. Давай, смотри, классно. Тут мы идем. Рыба. Я думаю, нет. Вдоль реки. Какие-то очередные мостики. А где они? Не, подожди, я фото давай сниму. Здесь тоже опять огромные деревья начинаются, стволы. Это мы уже спустились вниз. Вот тут прям такой челлендж. Такая палёная расщелина. Владка вот влезла в расщелину в такую. Лес лесной. Лес лесной? Да, наверное. Полезно. Идем. В общем, опять тут секвойя лежит с ободранной. Давай сфоткаем, дочка, стой. С ободранной корой. А вот ожог ее, кстати. Чувствительность? Нет, сколько километраж. Это лужайка отдыха. Так, ну вот мы дошли до моста 4. А, это с коляской туда нельзя. Нет, потом мы не пойдем. Тропе. Это там некрасивая тропа. В общем, вот так вот. Фатуш, я тебя поздравляю. Почти половину прошли. Ну, сейчас назад еще идти. Это видео. Кружок наш. Дошел. Вот так вот упало дерево и такие корни. Где большую эту расщелину увидели, там и хорошо. Тут все такое было. Иди теперь. Не надо, у тебя же плохо. Все, идем. Знаешь, когда единороги, пони, когда они дрались, у них убывают все силы. И что? Они там такие. У них вот такой единорожный был. Возвращаемся уже назад. Я один тебе в телеграм. Скажи, ты кривишь ногу вот эту. Я еле иду. Он вообще вываливается. Смотри, чтобы кроссовок не порвался. Если бы не кроссовок, то будем делать искать. Люди фотографируются. Очень красивые места. Мы идем уже по главной части парка. Мы
По идее, вот этот помост, по которому мы сейчас идем, 4 километра туда и обратно. Ну, соответственно, мы уже туда сходили, значит, нам осталось пройти 2 километра, что мы сейчас постараемся быстро сделать, чтобы не опоздать на автобус. Реликтовый лес. Девочка тоже фотографируется. Вот так, посмотрите, какая красота, какие деревья уходят вдаль. Ни минуты без фотографии. Тут, кажется, даже говорить ничего не надо. Все так понятно, какая. Нужно молчать, потому что здесь водятся разные птички. Вот мы идем по главной дорожке назад. Очень красивый лес. Что они там, помню, нашли? Третий он мост. А, сейчас скажу. Какая красивая. Вот тут даже малина растет. Вот. Я сомневаюсь, что его уже есть, но в общем такая вот малинка. Вот так, супер. В общем, посмотрим. Вот мы уже и погуляли в этом парке. Кстати, вход стоит 15 на взрослого человека и бесплатно на детей, то есть на меня. Всем пока, спасибо за просмотр.